Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Романе Григоровичу, видання Financial Times пише про те, що Росія та Україна за посередництва Катару ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пісков назвав цю інформацію фейком. Але ж ми пам'ятаємо, що ще тиждень тому Володимир Зеленський також говорив про це і казав, що це може призвести до завершення гарячої фази війни. Так як ви вважаєте, диму без вогню не буває, чи все ж таки, ну, може і не відповідати ця інформація дійсності? Ну, они переговариваются с первых часов вторжения России, да, в принципе, до вторжения. Все же эти переговоры мы видели, и с какими идеями посмотреть в глаза Путину все заходили вообще во власть, еще там уже шестой год пошел, больше пяти лет назад. Это понятно, то, что они переговариваются, канцелярские эти жулики, однозначно будут они на этом контакте с россиянами по разным каналам. То есть и в том числе мы же видим зерновую сделку, она же работает. Ее вроде как прикрыли, убрали с прямого контакта, понимая, что это 111-я статья, как минимум в свете, там через кого-то, через турок или через ООН, через Гутерреша эту тему запустили. Но зерновая сделка работает. Это понятно. И та же самая картина, они пытаются под эту сделку засунуть еще механизмы обеспечения энергобезопасности России. Почему России? Почему нам это в принципе не нужно? Россияне за больше чем два года уничтожили у нас все нефтеперерабатывающие заводы, уничтожили или повредили практически все балансирующие электростанции, тепловые и гидроэлектростанции. А атомную энергетику они не тронут. Потому что прекрасно понимают, что там, ну, слишком много проблем будет у россиян, если они тронут атомную энергетику, начиная от МАГАТЭ, десятки миллиардов долларов потеряет Росатом, заканчивая такими же адекватными, вернее, зеркальными действиями наших разведок уже по российской энергетике такого уровня. Потому они до атомной энергетики не долезут, и получается, что выполняют такую задачу. Давайте съедим сначала твое, а потом каждый свое. Вот такие россияне хитро сделанные. А и эту хитросделанность им обеспечивают наши канцелярские жулики, которые с 22 года пытаются сдать Крым, Донбасс. Мы их видели, этих всех джигитов, уже миллиарды раз про них говорили. Нарахамить себе там еще очередной какой-то пакетик. Ну и сейчас та же самая картина. То есть уничтожим у нас, съели сначала наше, уничтожим у нас всю энергетику, всю, все НПЗ, то есть нефтепереработку как таковую. Они теперь пытаются, россияне, пытаются обеспечить безопасность своих энергообъектов, пропихивая через наши канцелярские структуры эту идею. Ну, не совсем у них это получается. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть спецслужбы. Да, сейчас видно, наших генералов связали по рукам и ногам. Из малюка сделали малюка. Из Буданова тоже сделали малюка, имеется в виду маленького. И перестали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но вот кто помнит последний удар по НПЗ? Летят куда-то к черту на куличке наши беспилотники, пролетая с десяток НПЗ, бьют по каким-то крышам в Чечне, а все НПЗ, которые до Чечни, работают, как и работали. Ну, то есть вопросы эти, непонятно даже тут, без дыма, без огня, смотря по действиям и по бездействию. Вот реально сейчас вооруженные силы Украины и спецслужбы бездействуют, наши спецслужбы бездействуют по ударам по российской энергообъектам. Причем самое интересное, россияне как били по нашим подстанциям, так и продолжают бить, только сейчас с помощью шахедов. То есть, скорее всего, есть еще какая-то договоренность по ракетам. Мы же видим, что крылатые ракеты никуда не летят. То есть, скорее, ну, это с Белым домом где-то развели эту тему по ракетам, там, хуситам или иранцам, то есть где-то что-то перепродали. То есть ракеты не идут, но шахеды-то идут по энергообъектам, вот Сумы сидели без света, сейчас начались опять отключения, верные отключения, то есть шахеды каждый день заходят, то есть россияне по нашим энергообъектам бьют, самое интересное, мы не бьем вообще ни по одной станции.
Это вопрос, ну, опять же, кому вопрос? Ну, это же не к военным вопрос. Это же военным дали команду, они же в этом смысле сказали «есть» и прекратили такого рода действия. Потому эти договоренности, которые сейчас в воздух поднимают, рассказывают какую-то сказку, договоренность, так это договоренности в пользу России. Если они есть, то всех этих договорунов канцелярских, их надо по 111 уже давным-давно принимать и усаживать на одну лавочку, спрашивая, что происходит. Почему? Потому что, ну, должны быть распоряжения, боевые распоряжения или там запреты, допустим. Это же все не в телефонном режиме делается. Сейчас это все должно быть уже как минимум как распоряжение идти, а значит в письменном виде. Потому к генералам такой будет вопрос, кто приказал не бить по российским энергообъектам, по российским нефтепереработке, по новороссийскую НПЗ, то есть кто запретил. А дальше уже разбираться с этими запретительщиками. Потому не то, что дыма без огня не бывает. Там горит так, что мама не горюй. И дымит во все стороны. Просто дымит в нашу сторону. Дымят наши подстанции. Уже продымели все НПЗ, ни одного НПЗ нет. А российские как работали, так и работают. Их трогать нельзя. Почему? Ну, вопрос к политическому руководству и к исполнительной власти. Мы уже миллиарды раз с вами это говорили. Исполнительную власть надо уже сливать в унитаз, как вот, ну, слили. Но вопросов же нет никаких. Убрали этого генерального прокурора или там старшего над этими прокурорами, который, у которого, наверное, тоже такая же самая справка о инвалидности есть, раз он так быстро ушел. Ну вот это исполнительная власть. Вот за сколько? За несколько дней раз и нету генпрокурора. Сейчас какого-то другого поставят. Для этого ж не надо выводить людей на улицу, не надо никаких политических баталий устраивать там между партиями и так далее и тому подобное. Уберите вот этих канцелярских мошенников, канцелярских крыс, жуликов, как угодно, барыг канцелярских. Уберите вот таким вот способом. Просто снимите их и заведите оптимальный вариант завести людей, которые воевали. И вопрос снимется у нас с вот этих договоренностей, которые почему-то накладываются на наши вооруженные силы, на наши спецслужбы. Их уже просто жалко. Ну, смотришь на Малюка, ну, обнять и плакать сейчас. Ну, толковый генерал, ну, красавец, выполняет боевые задачи, такие, которые, ну, в этой жизни СБУ вообще никогда не выполнял. И тут кто-то связывает ему руки по самые не балуйся. Ну, такого не должно быть. Или это же тот же самый Буданов, Главное управление разведки, которая выполняет задачу по всему миру практически, и им связали руки, они максимум, что могут сделать, ну, он запулить какой-то беспилотник по крыше, там, чеченцам привет передать. Вернее, не чеченцам, извините, а кадыровцам. Ну, то есть несоизмеримые задачи, несоизмеримые последствия этих договоренностей с основными задачами нашими по уничтожению российской экономики. Мы пока ее не уничтожим, мы же Российскую Федерацию не победим. Ее можно только развалить изнутри экономическими механизмами. Это санкции Малюка, Буданова, они должны работать. Должны быть перекрыты все механизмы получения российской казной денег с внешнего мира. А мы способствуем этому. Прокачиваем газ, прокачиваем нефть, прокачиваем дизель. Продали азербайджанцам ильменит, титан наш для россиян, для российских березняков, для титано-магниевого комбината. То есть обеспечиваем полностью, не дай бог, чтобы у россиян там, они там лишнего доллара не получили. То есть, а это кто делает? Канцелярские жулики. Это ж не военные же делают, они в этом вообще не разбираются. Ну, то есть, это ж не генералы этим управляют. Канцелярские жулики, которых давно уже пора слить в унитаз. Романе Григоровичу, продовження, власне, цієї теми, так і в цьому контексті. Андрій Єрмак зустрічався із Джейком Саліваном. Офіційне повідомлення, що вони говорили про план перемоги. Враховуючи, що напередодні Андрій Єрмак говорив про те, що для того, щоб потрібно почати перемовини, треба повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення. І враховуючи те, що, власне, ну, Саліван, якби він є прихильником заморозки ведення бойових дій, і він постійно каже так про ескалацію. Мається на увазі, про що могли тоді говорити? Ну, тобто, це ж якась... Ну, ланцюжок одних подій. Ну, однозначно, они ж, это ж все это переговоры, договоры, договоренности, пытаются они как-то участвовать в этих всех процессах, но, опять же, база мирная, ну, то есть они пытаются остановить боевые действия. Ну, Салливан это вообще ж, Салливан, Бёрнс, да и Байден, это ж российские говорящие головы, по большому счету. Мы это ж видели неоднократно, куда они тянут.
смысла нет никакого, у них ничего не получится. Потому все эти их потуги, которые они пытаются сейчас натянуть сову на глобус, они просто не натянутся. Они, в конце концов, дотопчутся до 111 статьи. Кому-то надоест какому-то контрразведчику, контрику, просто примут их, и дальше они уже будут закрыты и сидеть, рассказывать, о чем они там договаривались. Понятно, Салливана никто не тронет. А все это канцелярское жулье, им однозначно сидеть. Они не поразбегаются. Понятно, что у них по карманам там израильские паспорта. Это в основном оттуда основная тема по сдаче наших территорий. Мы же помним 2022 год, когда Абрамович вместе с Беннетом организовали в Стамбуле площадку по сдаче Крыма и Донбасса. Тогда Арахамия, Умеров, Резников, Подоляк, еще там где-то столько же джигитов практически сдали, подписали, передали Путину условия сдачи. Это их идея. Вот они ее до сих пор крутят, вертят. Они же там не сами это придумали. Понятно, что это же канцелярская тема. И дальше эту тему проворачивают, пытаются как-то ее просунуть. Но это называется невпихуемое. В ближайшее время, я думаю, с Салливаном все распрощаются. То есть сколько ему тут осталось? Ну, пару месяцев там. Пока Байден будет уходить до 20 января, Салливан еще как-то потопчется. Где-то как-то все эти рычаги попробуют подключать. А канцелярских по-любому сольют, вот как слили того же генпрокурора. Ну, потому что они же в никуда ведут. Ну, за ними никто не идет. Из-за того, что канцелярия сейчас руководит страной нелегитимно, тем более на шестом году, а здесь еще не подтвержденная легитимность Конституционным судом. Это в чистом виде мошенники, которых тоже ситуация просто выдавит. С ними просто никто не станет разговаривать. Вот, ну, ты кто? Да, я из канцелярии. Ну, а что такое канцелярия? И с курсом русского корабля. Перестанут их воспринимать как людей, которые принимают какие-то решения. Их просто не станет. Это называется слить в унитаз, их льет сама ситуация. Особенно новые люди, которые зайдут в Белый дом. Да хоть Трамп, хоть Харрис, да они близко их на порог не пустят к себе. Ну, то есть это у них хорошие отношения там с Салливаном и с Бёрдсом. Почему? Потому что они там подыгрывают московским хотелкам. А эти двое сейчас или один, или другой зайдут, они у них с чистого листа будут рисовать. Они канцелярских жуликов близко к себе не подпустят. Потому их просто ситуация выдавит. Зайдут новые люди, и будет выполняться другая задача. Потому что под этих канцелярских жульё, под это канцелярское жульё, не станут ни военные в строй. Почему же мы сейчас большая проблема в армии? Это как раз из-за этого, потому что нормальные военные, понимая, что управляют процессами люди, ну, во-первых, жулики, а во-вторых, на данный момент абсолютно нелегитимные, и тем более непрофпригодные процессами в армии, они просто не пойдут в армию. Потому у нас в армии сейчас большая проблема с профессионалами. Та же картина и с исполнительной властью. Понимая, что управляется все канцелярским жульем, нормальный человек в эту структуру не пойдет. Ну, просто не пойдет, потому что понимает, что потом будет люстрация. Все же проходили после Януковича. В чем люстрация, а сейчас после сотен тысяч погибших, такая люстрация может быть с постановкой к стенке. Естественно, тоже. То есть нормальные люди не пойдут в эту команду. Потому ситуация заставит политическое руководство Украины сменить полностью канцелярскую эту всю. Она в основном сейчас у нас система управления, то есть исполнительная власть, это как раз и соткана и создана из канцелярских жуликов. Естественно, их убирают и будут ставить новых. Одеваться некуда. Просто ну, перестанут давать нам оружие, перестанут давать нам деньги, выбросят просто из общения и деваться некуда политикам. Придется им заменять команду на ту, на рукоподаваемую. Вот так будем говорить. Поэтому я думаю, вот эта вот салливанская канцелярская тема, она просто уходит сейчас в небытие. Они пытаются еще ножками как-то поболтаться, чтобы как-то остаться на плаву, показать свое участие в каких-то процессах, не понимая, что их уже нет, они уже утонули.
Романе Григоровичу, але тим не менше, от Володимир Зеленський говорить про те, що Україна отримала всього 10% пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році, і каже, що це не смішно. А також каже, що партнери так і не надали ту кількість ППО, яку обіцяли. Тобто 10% від пакету. Ну, тобто, мається на увазі, ну це навіть, ну, чи зміниться тоді ситуація після виборів, знову ж таки, і якби 10%, якби ви цю цифровану проаналізували? Ну, это ж все взаимосвязано. Мы сейчас только проговорили. Никто не даст ни копейки денег канцелярским жуликам. Никто не даст, сколько бы их ни было выделено, сделать все, чтобы они их не получили, понимая, что оно не пойдет туда, куда нужно. И, скорее всего, это такой жесткий сейчас нашей политической власти, жесткий есть, ну, претензия. Либо убирайте этих канцелярских, либо вообще ничего не получите. Но это уже началось. То есть Байден уже это сделал, так это не только Байден, это все-таки Конгресс, там же не только Байден эти вопросы решает. Естественно, новые президенты или один или другой, но новый президент или один и другой, он же так же само будет действовать. Либо вы убираете канцелярскую всю эту шушеру и заводите людей, которые, во-первых, не коррупционеры, не замазались, а лучше военные, потому что с военными намного проще общаться как раз на военные темы. Либо вообще ничего не получите. Так вот, это ж как раз показатель. 60 миллиардов выделили, около 6 миллиардов получили. А дальше сами решайте. Либо вы Рабинович внутри себя, либо ставьте в строй реальных военных и выполняйте задачу по обеспечению безопасности государства. Естественно, без каких-то коррупционных схем. Потому, ну что, ну подтвердили наши слова сейчас, вот то, что мы с вами проговаривали. Это уже не просто видно, это не просто белыми нитками там шито, это уже канат такой, морской канат уже протянутый, белый, красный, какой угодно, и не будет нам никаких больше поблажек, пока мы не уберем полный, только опять не мы, это же политики тоже пишут. Политика выбрали там 6 лет назад люди. Решайте, а вот ситуация заставит этот вопрос решить, потому что они просто ничего не получат. Политики не получат ничего для дерибана. Политики, тут плохо, что армия не получит оружие. Вот это плохо, потому что наши хлопцы гибнут как раз из-за того, что не получаем достаточного количества оружия. Потому понятно, что 10%, это хорошо хоть 10% дали, еще понимая, что нам надо как-то удержать ситуацию и как-то потом двигаться дальше. То есть какой-то должна быть стартовая установка. Ну а без вот этого, без полной перезагрузки исполнительной власти мы ничего от наших партнеров не получим. А дальше россияне нас заставят, то есть движение российской армии заставит нас, не нас, опять же, политиков принимать решения по перезагрузке исполнительной власти. Оптимальный вариант, мы с вами это третий год говорим, израильский вариант, оптимальный вариант заводить в исполнительную власть военных. Сейчас у нас очень много, большое количество раненых военных, большое количество и уже и инвалиды есть, и большое количество военных, которые могут выполнять задачи исполнительной власти в контексте именно оборонительных задач. Потому ждем, раз мозгов не хватает, заставят, своих не хватает мозгов наших политиков, ну ситуация так заставит. И с одной, и с другой стороны, давят же с двух сторон. Россияне давят по линии фронта, а наши партнеры давят по линии финансовой и военной помощи. Говоримо про ситуацію на фронті. Радник мера Маріуполя Андрющенко каже, що Росія перекидає значні штурмові сили до лінії фронту Бердянським напрямком. Зафіксовано значну активність авіації противника. Аналогічна ситуація була під час окупації Вугледару. І він каже, що всі ці сили росіяни формують вздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку від Гуляйполя до Вугледара. До чого готується там ворог? Ну, у них задача выйти на Великую Новоселку, восстановить так называемый Времевский выступ, который это Времевское вклинение. Ну, Времевка, она южнее Великой Новоселки. Почему говорят Времевский выступ? Реально это Великоновоселовский, так сказать, выступ, в который россияне заползли еще полтора года назад, а в прошлом году, даже больше два года назад, а в прошлом году мы их оттуда выбили, срезали. И вот они сейчас будут пытаться двигаться на Великую Новоселку. Почему вот они сейчас заняли Ливадное, то есть начали двигаться по западу этого Времевского выступа.
А реальное общее направление действительно от Гуляйполя до Угледара. То есть вот это южное направление, они будут пытаться выходить на Покровск с юга. То есть не с Селидова на Покровск выходить, а именно на Покровск с юга, причем вдоль границы между сначала Запорожьем и Донецкой, Запорожской и Донецкой областью, а потом Днепропетровской и Донецкой областью, для того, чтобы отрезать Покровск от снабжения с Павлоградской ветки. Это одна из веток снабжения, потому что основная, это она все равно северная, с Доброполья, то есть больше с Полтавской и Харьковской областей. Но, тем не менее, с Павлограда, то есть Днепропетровской области, Покровское направление тоже снабжалось. Вот россияне будут пытаться сейчас, ну, теми силами, средствами, которые у них есть, немногочисленные. То есть, понятно, Андрющенко видит определенно, ну, видит с помощью глаз, которые у него там есть, в Мариуполе. Остались глаза, он их видит, но это небольшие силы, то есть это не сотни тысяч россиян. То есть там может быть несколько таких бригад полноценных, которые будут разворачиваться на этом направлении. Мы это знаем, ждем, то есть понимание процессов этих есть. Вот они сейчас начинают уже топтаться в районе Старомайорского. На этом участке заводят некоторые ДРГ, то есть начинают такие операции разведывательные с помощью малых групп. Понимание процессов этих есть, я думаю, наше командование видит это все, будет противодействовать. Роман Григорович, а ядерні навчання, які Путін організував вже вдруге, ну, тобто яка мета їх, знову ж таки, він обрав ж особливий момент, так, якраз перед, ну, за тиждень, десь перед початком президентських виборів у Сполучених Штатах Америки? Это давление на сами выборы, это давление на кандидатов, это давление на те договоренности, которые у них есть. Вот договоренности есть, мы только с вами про них проговорили, Салливанско-Бернсовские, Байденовские с Москвой. То есть это вот один из механизмов такой поддавки. Естественно, и для внутреннего потребления в том числе у россиян сейчас большие проблемы. У них же информационный поток, связанный с переброской северокорейских войск на запад, на Курщину, он же негативный по потреблению внутри страны, потому что, ну, они, россияне понимают, что у них просто нет войск обеспечить безопасность уже своей территории, то есть полумиллионная российская армия зашла на украинскую территорию, пытается там где-то укрепиться, где-то двигаться, а свои земли, там, Курщину, они обеспечить не могут и запрашивают северокорейцев. Почему некоторые российские говорящие головы даже отрицают переброску северокорейских войск, как раз для того, чтобы сбросить вот этот накал внутренний негативный. Один из вариантов – это показать какую-то мощь России. Никакой другой не осталось, как гипотетические ядерные испытания какие-то, пуски носителей ракеты или там, допустим, самолетов или ракет баллистических. Вот они это пытаются сделать. Пуски показывают там с подводных лодок, это там непонятная подводная лодка это или имитатор. Пытаются как-то показать, пытались, по крайней мере, показать пуск Ярса или других ракет баллистических. Мне, опять же, не получилось, не получилось, потому сейчас показывают только пуски именно из подводных лодок, не более того. То есть это для внутреннего потребления, сама по себе картинка, ну и давление на выборы. Вот все, что сейчас будет происходить за последнюю вот неделю, до 5 ноября, это все будет направлено как раз на давление, на поддавку одного или другого кандидата, а дальше в зависимости от ситуации, которая будет складываться на самих выборах как таковых, потому что там очень сложная ситуация. Идут ноздря в ноздрю, и Гаррис, и Трамп, причем сейчас демократы, скорее всего, будут включать такие не совсем конституционные механизмы для подсчета голосов, подтягивать, там до 10 миллионов у них есть иммигрантов, попытаются их как-то их голоса учесть. Вот эти движения, вот это предвыборное топтание, оно может привести к определенным, ну, таким взрывам в самом Соединенных Штатах. Ну и Путин тут как тут со своей ядерной дубинкой будет носиться, замахиваться ей. Потому только из-за этого. Ничего нам на данный момент не грозит. Надо прекрасно понимать, что Путин, если бы хотел что-то сделать, он давным-давно что-то уже...
Ви сказали про те, що у росіян наразі немає вже ресурсів, аби забезпечити безпеку своєї території. Перепрошую за тавтологію, але тим не менше, от видання The Economist пише про те, що російські генерали якраз із цією метою і тиснуть на Путіна, мовляв, потрібно оголошувати нову хвилю мобілізації і чинять на нього такий серйозний тиск. От під цим серйозним тиском, якщо будуть генерали продовжувати, то врешті-решт до чого це може призвести? Чи наважиться тоді на Путіна цю нову хвилю мобілізації, чи він тут думає про 1917 про його повторення? Ну, варианта три. Первый вариант, не просто так же от Путина все бегают, сейчас запрашивают заморозку боевых. Это ж путинские темы. Допустим, тот же Орбан, тот же Си Цзиньпинь, турецкий лидер, они ж не просто от себя носятся с идеями заморозки боевых действий для того, чтобы дать Путину возможность не включать механизм принудительной бусификации, я так ее уже называл, да, то есть принудительной мобилизации. Очень плохой у россиян с 22 года, осадок от нее остался, толку никакого, угробили сотни тысяч, угробили большое количество техники, потому что бусифицированные воевать не могут и не будут, чмобики ж воевать не будут. Потому, а тем более внутренний протест довольно-таки был серьезный тогда. Потому Путин пойдет на бусификацию, то есть мобилизацию принудительную в самом крайнем случае. То есть первое, он сейчас будет пытаться остановить боевые действия, чтобы где-то за полгода восстановить силы и средства. Второй вариант, это повысит, однозначно повысит финансовое обеспечение для призыва. То есть, или, может быть, какие-то вступные, так сказать, подымет, или денежное содержание подымет. Ну и третий вариант – это северокорейские войска. То есть посмотрит, как это будет весь этот процесс заходить, как он дальше пойдет, поедет. Могут использовать и все северокорейцы. Там действительно 10-12 тысяч северокорейцев сейчас по общему, так сказать, по общей цепочке запущено. Но это с точки зрения количества, это, конечно, капля в море. 600-тысячная российская армия и там каких-то 10 тысяч чахлыков, намырущих в Северной Корее. Но они погоды не сделают. Для того, чтобы как-то их заметить или перебить те потребности и генералов, просьбы генералов, надо заводить где-то от 100 до 200 тысяч северокорейцев. Это уже проблематично, потому в зависимости от возможности или невозможности использования первого, второго варианта, россияне будут, Путин будет принимать решение о мобилизации, то есть о принудительной бусификации. Но опять же, он сильно надеется и на корейцев, и сильно надеется на потуги, в том числе и наших канцелярских жуликов, остановить боевые действия, о которых сейчас с Ливаном могут договариваться. Роман Григорович, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, фізично перебазувати всі кораблі поза межі Криму росіяни не можуть, бо немає причалів? Ну, они однозначно не могут. Дело в том, что та бухта, которая у них есть, Туапсинская, она примет максимум только треть флота. А в зимнее время, то есть там вообще невозможно находиться даже этой треть. А две трети флота, треть мы затопили или повредили, но в основном затопили. Треть болтается в районе Туапсе, а треть размазана, то есть они так меняются. Вот заходят, выходят, но это же не обслуживание бортов, не обслуживание кораблей как таковой. А ту бухту, которую они сейчас пытаются там в районе Грузии отстраивать, но она однозначно не сможет выполнять все задачи, которые для обеспечения именно Черноморского флота. Но с точки зрения, вот я летчик, если бы была поставлена задача решить вопрос с Черноморским флотом любым, вот просто любым, украинским, российским, турецким или там румынским, любым флотом. Почему? Потому что в Черном море это такой рукомойник. С закрытой водоем, с выходом и входом через Турцию. То есть летчики затопят в течение нескольких недель достаточное количество авиации со средствами поражения, затопят любой флот. Смысла находиться любому флоту в Черном море нет абсолютно никакого. Какого черта, извините за выражение, держат россияне этот Черноморский флот, вообще непонятно. Какой-то флот, больше похож на придворный полк, вот я бы так сказал. То есть, или на дедушек, которые там пытаются уже уйти на пенсию, уходя на пенсию, пытаются остаться там в Крыму. Вот не более того. Путин еще когда построил там особняк в Сочи,
он пытался этот Черноморский флот оставить тоже как придворный, чтобы болтались там по праздникам где-то у него, а он бы смотрел там с балкончика в какой-то перископ, он же в основном через него смотрит. То есть, по большому счету, целесообразность нахождения любого флота в Черном море, она абсолютно нулевая. Нашего, кстати, тоже в том числе, максимум можно в Черном море держать какой-то береговой флот уровня береговой охраны и не более того. Это наши корветы, которые сейчас отстраивают, они, честно сказать, не нам абсолютно не нужны. Они могут быть затоплены в течение 2 часов, если зайдут нормальные истребители и просто тупо их потопят. То есть от воздушной компоненты ни один корабль, если это не авианесущая группа. Вот это если бы была авианесущая группа, то есть авианосец, сотни самолетов, сотни истребителей, с десятками кораблей сопровождения, как это вот болтаются по океанам авианесущие группы, тогда да, тогда был бы смысл. А так, ну, что сказать, россиянам было некуда денег девать. И тут вопрос теперь к нам. Нам-то зачем это? Береговая охрана. Понятно, не Ишпапе хочет и корветы, и подводные лодки, и так далее. Вот ему эскадрилью морской авиации, даже две, ладно, пусть чтобы тут успокоился, две эскадрильи морской авиации и оставить ему кортик, чтобы он кортик носил, и несколько сотен кораблей береговой охраны. Вот это весь Черноморский флот Украины должен быть, а Крым вообще должен быть демилитаризован полностью в ноль. Это должна быть здравница Украины, в которой в ближайшие там, 50 лет должны здоровье поправлять участники бойових дій, українці. Війна наразі в Україні перебуває у критичному, на критичному етапі? Однозначно, по Восточному фронту. Недостаток політичних рішень, а, скорее всего, політичне рішення здати Донбас привело до того, що у нас зараз по Восточному фронту дуже великі проблеми, хоча у росіян теж не маленькі. Кожен метр захвачений українського Донбаса они отдают сотни жизней, то есть они, мы их минусуем, ну, по-серьезному, большое количество, но тем не менее отходим, то есть отступаем из-за того, что нет политического решения поставить в строй сейчас в срочном порядке госслужащих. Вот мы пока не поставим в строй госслужащих, а их до 1 000 000 человек, и не вернем на госслужбу служивших в армии, и дальше в будущем лет на 100 вперед, если не служил в армии близко к госслужбе и к политике, чтобы близко никто не подходил, вот такое решение сейчас остановит российские войска. Другого варианта сейчас нет. Ну и, конечно, сливать в унитаз надо исполнительную власть. Не пойдут люди служить под канцелярские указы. Вот просто не пойдут. Ну, поверьте военному летчику. Не пойдут профессионалы под канцелярских крыс и под канцелярских жуликов. Захід недооцінює КНДР. Ким Чен Ін зробив вибір розпочати війну, можна так вважати? Ну, от да, я би так сказав. Проспав Запад сопляжуйство Байдена, тому що в якому сенсі Запад? Ну, якщо давайте брати Запад як американське і європейське два кластера, пусть він один як натовський вважається, ну, це все-таки два кластера. Є інтереси Америки, є інтереси Європи. Так от європейці перезаклались на американские интересы и практически отдали им принятие решений по своей безопасности. А Байден, ну, это сопляжуй однозначно. И Обама, это два сопляжуя, которые, ну, слишком далеки от управления мировыми определенными процессами. Им в детском садике, может быть, подгузники менять, вот это их задача. Вот они, может быть, с ней справлялись, а не управлять процессами армии, тысячами единиц боевой техники и вообще геополитическими интересами как таковыми. Может быть, где-то мошенничать, что тоже те же еще барыги. Это понятно с ними, особенно по договоренностям с Москвой. Потому перезаклались именно европейцы на американцев, а американцы сопли проживали. Естественно, Ким Чен Ир и вместе с Путиным, а тем более Си Цзиньпинь, там однозначно все эти вопросы все решал. Без его разрешаю, никто бы никуда не поехал. А скорее всего, еще был волшебный пендель этому южнокорейскому кончику, вернее, северокорейскому кончику, извините. Волшебный пендель, чтобы он направил определенное количество войск на Западный фронт. И именно Си Цзиньпинь поймал практически на противоходе вот это сопляжуйство именно Белодомовское. А
европейцы, если говорить о западной цивилизации, европейской, так вот европейцам надо переставать, в конце концов, оглядываться и ждать каких-то поблажек, или не то, что поблажек, а действий от американцев. Они заняты своими проблемами, не всегда были заняты своими проблемами, и европейские проблемы они решали только в контексте своих проблем. Почему, для чего надо Европа, допустим, Америка? Это вот Трамп этого мало понимает, кстати. Да никто, наверное, с этих белодомовских сопляжуев этого не понимает. Да дело в том, что в Европе находятся несколько пусковых мощных установок, Иджис в том числе, для уничтожения российских баллистических ракет, которые могут идти на Америку. То есть это, по большому счету, первый форпост американский по уничтожению баллистики российской. Сейчас в Румынии уже запущена эта установка. Иджис заходят в Средиземное море корабли и подводные лодки с этой системой, которые на восходящих траекториях или на низких орбитах могут сбивать российские спутники и баллистические ракеты, идущие в Америку. То есть, по большому счету, это линия обороны Америки, проходящая через Европу. Европейцы, просто, я только не пойму, почему они этим не пользуются. То есть любой механизм давления на Европу со стороны американцев, так забирайте свои базы и валите в свою Америку, и все, они тут же спекутся в 3 секунды, потому что они останутся голыми с востока, с захода с востока. Потому, ну, есть эти вопросы по европейскому сообществу, пока там не возьмет в руки, допустим, какая-то из стран, или коалиция стран оптимальная, это когда Великобритания, Франция и Германия, ну, Италия, может быть, Испания еще рядом. Вот когда они поймут это все, возьмут на себя бразды правления безопасности в Европе, и нас, естественно, подключат. Мы же, конечно, подключим. Вот пока этого они не сделают, пока вот это сопляжуство американское, оно будет, ну, боком выходить Европе, и там появится не только Ким Чен Ын, только не только Северокорея, там скоро появится Си Цзиньпинь. Вот эта проблема будет, когда туда китайцы полезут по этому же самому пути. Он же для чего Си Цзиньпинь отправил северокорейцев? Посмотреть, что с ними будет. И если первая десятка тысяч пройдет, и в принципе проблем никаких не будет, то тогда туда поедут китайцы. А китайцев уже 1,5 миллиарда. Они ж, ну, это ж как таракан. Их точно нельзя запускать за Урал. Вот до Урала пусть там делают, что хотят. А вот за Урал в Европу их пускать нельзя. Потому вопросы к европейцам однозначно есть, но я думаю, сейчас они догорят. Особенно если придет Трамп, он в 3 секунды этот вопрос так и порешает. Скажет, занимайтесь сами своей безопасностью. Это, кстати, для нас неплохой вариант. Почему все боятся там захода Трампа? Не лучший вариант однозначно. Камала Харрис может быть лучший вариант, если она пошлет по курсу корабля российского обамовских этих сопляжуев. А Трамп тоже неплохой вариант. Он в конце концов отдаст вопросы безопасности, заставит Европу сделать то, о чем мы сейчас только сказали. Собраться вместе и принимать решения по своей безопасности самим. Романе Григоровичу, щиро дякую за детальний аналіз подій, за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Давайте також подякуємо нашим глядачам, вони в нас найкращі. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати завжди. Дякую. До свидання.